Телеканал Че «Набережные Челны» также проводит соревнования. А к участию в них допускаются все желающие. По четвергам, сразу после информационной программы «Челны-24», в прямом эфире начинается борьба за подарки в игре «Битва полов». Первые ее победители уже получили заслуженные призы. Со счастливчиками встретилась съемочная группа «Челны-24». Сложно было дозвониться. Наверное, с 15 раза только дозвонился к вам. Но Юрий Стеняшин не сдался, дозвонился, правильно ответил на вопрос и получил подарок для своей любимой супруги. Кстати, Юрий – активный телезритель канала Че «Набережные Челны». Я стараюсь принимать участие во всех конкурсах и постоянно практически выигрываю. Елена Валитова выиграла подарок сыновьям на 23 февраля. Их у нее трое. Средний помог маме дозвониться. Фортуна была на его стороне. С первой попытки большая семья попала в прямой эфир. Там вопрос был про города-героя. Я помню, что Одесса и Тула – это точно города-героя. Вот сомневалась, Керчь или Псков. Потом все-таки в интернете посмотрела по своей передаче. Правильно ответила. Псков – это город просто, как сказать, боевой славы. Условия игры «Битва полов» просты. Надо дозвониться в прямой эфир и правильно ответить на один вопрос по выбранной теме – мужской или женской. От этого зависит и приз. Те, кто выбрал мужской вопрос, и подарок получит для мужчины. В каждой теме, и в синей, и в розовой, у нас есть вопрос «Кот в мешке», где мы подготовили вопрос-сюрприз для каждого участника. И нужно сказать, что именно вот в этой игре и в следующей один из наших партнеров приготовил вопрос от себя лично. Партнерами телеканалов проведения игры выступают аттестационный пункт «Надежность», сеть магазинов «Светофор», сеть ювелирных магазинов «Изумруд», магазин «Дела цветочные» и косметологическая клиника «Матур». Очередной прямой эфир сегодня, сразу после программы «Челны-24». Эльмира Гайнудинова, Радик Ганеев, Роман Гейтман, «Челны-24».